Ежегодно в честь праздника Дня Победы анапские автомобилисты организовывают автопробег. Водители украшают свои автомобили атрибутами Великой Отечественной войны и следуют по улицам города под песни военных лет. В этом году количество участников возросло в десятки раз. Жители города тепло приветствовали автоколонну. Колонна проследовала по центральным улицам города. Возле основных мемориалов и памятников участники автопробега останавливались, возлагали цветы и чтили память героев минуты молчания. Посетили автомобилисты и памятник Дмитрию Калинину в Суко. Туда же прибыла и колонна мотоциклистов. Возложив цветы ко всем мемориалам, расположенным в черте города, автоколонна отправилась по памятным местам сельских округов.